Привет тебе! Привет! Ну что, давай в 30-й раз посмотрим, чем порадовала нас гейм-индустрия на этой неделе. Например, есть приятное известие о том, что CD Projekt Red рвут спину, чтобы идеальная русская локализация Witcher 3 Wild Hunt появилась одновременно с общим релизом. Голоса актеров более чем благозвучны, в чем ты сам можешь убедиться примерно сейчас. Эй, ты меня раздел? А что было делать? Ты вымокла, я хотел проверить, может, тебя перевязать надо. Ага, и намазать груди тюленем салом. На перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовище. Поговаривают, что в момент, когда ты смотришь эти самые итоги, на один только первый этап теста игры ушло уже более 1000 часов. Правда, еще в 3 раза больше времени остается до выхода самого проекта. Не забыл? Твой календарь должен быть пуст от дел с 24 февраля и до полного прохождения одной из самых ожидаемых RPG. Напоминаем, что выставка BlizzCon пройдет с 7 по 8 ноября. Традиционно для главного выступления Метелицы ты сможешь прикупить электронный билет, дающий право смотреть все происходящие там события. Например, концерт группы Metallica. Мэтры Металла выступят 8 ноября и будут демонстрировать доминирование Blizzard на игровой арене. А где-то рядом с Ведьмаком в 2015-м состоится релиз Project Cars. Правда, месяцем позже, 20 марта. Хотели выезжать в ноябре, но что-то не сложилось. Причем для всех платформ сразу. Но изначально не повезло владельцам Wii U, потому что их версия как ожидалось, так и ожидается в конце деревянной овцы-козы. Не стоит отчаиваться, потому что стала известна дата выхода Guilty Gear X-Art. Реинкарнация одного из центральных восточных файтингов выйдет в свет 16 декабря. Ее релиз, правда, уже состоялся в начале года, но только для аркадных автоматов и только для Японии. Консольные же версии по очевидным причинам ожидаются лишь на PS3 и PS4. Уже совсем скоро, на следующей неделе, выйдет Icewind Dale Unchained Edition HD переиздание легендарной ролевой игры. Прикупить ПК-версию поделки можно будет в Steam, GOG или прямо на сайте BeamDog. Будет еще мобильный вариант, благо современные планшеты справятся с десятком подобных проектов, запущенных одновременно. Но когда этот вариант воплотится в жизнь, неизвестно. До выхода Call of Duty Advanced Warfare еще больше недели, но это не повод для Activision не выпустить релизный трейлер. Также контора сообщила минимальные системные требования. Минимум 1 гигабайт на видеокарте, минимум 55 гигабайт на жестком диске, минимум 6 гигабайт оперативной памяти. Не так уж и мало, но речь ведь о колде нового поколения идет. Другие любители продавать. Ребята из Naughty Dog анонсировали GOTY-издание The Last of Us на PS3. Цена вопроса 40 баксов. Время появления 11 ноября. Состав, игра и все дополнения в количестве 3 штук. Если ты слишком быстро прошел свежие Middle Earth Shadow of Mordor и Alien Isolation и не успел как следует распробовать поделки, то специально для тебя к ним готовится DLC. Power of Shadow, дополнение для Тени Мордора, позволяющего поиграть за черную руку, уже вышло. Правда, только на Xbox One. Позже будет на ПК и PS4. А DLC во вселенной Чужих будет первым из 5 запланированных. Также поведает о новом персонаже и выйдет 28 октября по цене $8. Может, лучше купить все 5 DLC оптом? На прошлой неделе, как ты помнишь, мы говорили о комиксе по Mortal Kombat X. А теперь, на пожалуйста, одна из студий Warner Bros. Blue Ribbon Content уже снимает короткометражный сериал по мотивам игры. Когда он собрался выходить, одному Буну известно. Но, сам понимаешь, скорее всего это состоится в будущем году. Все самое крутое как будто бы состоится в будущем году. Давай уже этот год заканчивайся, что ли. С наступающим, кстати. Square Enix объявила о Heavensward, первом масштабном дополнении к Final Fantasy XIV. Если Ишгард и Тысячелетняя война с Дравинией для тебя не пустые звуки, то ставь заметки. Больше информации будет 25 октября, а выход запланирован на весну будущего года. Господин Алексей выиграл Middle Earth Shadow of Mordor. И ты не отставай, выигрывай The Lords of the Fallen. Благо его мы будем раздавать уже на следующей неделе. А вот вроде и все, что у нас нашлось для тебя на сегодня. Не болей, бывай. Будь с нами, будь в курсе, пока. Кстати.
13 лет назад, 22 октября 2001 года, состоялся релиз GTA 3. Так что мы объявляем Международный день третьего измерения автокража. И радуемся, что тебе есть что отметить на выходных. Давай,